Что тебе нужно? Люди поговаривают, что очиститель вот-вот накроется. Скажу тебе то же, что и им говорю. Я 35 лет держу эту рухлядь на плаву, и сейчас впервые столкнулся с тем, что не могу починить. Я присматриваю за водоочистной станцией. Эта старая ржавая железяка дает нам чистую воду. Пока что. Что я могу рассказать о мегатонне? Ну, эта чертова бомба нас всех понемногу убивает. Как тебе такая информация? Не секрет, что водоочистная установка доживает последние дни, а я в городе единственный, кто хоть как-то в ней разбирается. Я столько времени вожусь с установкой, что меня уже не хватает на устранение протечек в трубах. Я не жду многого от чужаков. Но если ты разбираешься в технике, то мне не помешает человек, который будет искать и устранять протечки. Могу. Но делать мне нечего, как целый день ползать на карачках и искать течь. Стоит мне отойти, как этот ржавый очиститель тут же испустит дух. Я отдыхаю только, когда отключаю эту штуковину на ночь. А когда воды нет, то и течь не найдешь. Судя по давлению в установке, я думаю, что трубы лопнули в трех местах. Нужно проверить трубы и клапаны, но их не так легко обнаружить. Надеюсь, ты можешь помочь. Если бы в городе знали, как паршиво обстоят дела, даже не знаю, что бы произошло. В городских трубах полно протечек. Нужно находить течь и латать трубы. Всего должно быть три протечки. Ладно, за работу! Эксперименты этой безумной девицы меня не касаются. Мне за это не платят. Эй! Говорят, ты прямо из убежища? Давно никого оттуда не встречала. Рада встрече. Меня зовут Мойра Браун. Я держу магазин на кратере. Но основные мои занятия — механика и исследования. Вот, слушай, я пишу книгу о пустошах. Было бы круто вставить туда вступление, написанное жителем убежища. Выручишь меня, а? Отлично!
Расскажи-ка, каково это провести всю жизнь под землей, потом выйти наружу в самый первый раз? Расскажи что-нибудь. Блудный папа, значит? Я таких тут навидалась. Но ни одного с большими цифрами 101 на спине. Удачи! Может, найдешь его еще? Кстати, мне кажется, этот бронекомбинезон убежища тебе в этом поможет, а? Это отлично подойдет для книги. Кстати, хочешь помочь мне в исследованиях? Это будет весело. А я еще и заплачу. Ну, там же на пустошах опасно, верно? Людям очень пригодится сборник хороших советов. Что-то вроде пособия по выживанию на пустошах. Мне для этого нужен помощник, чтобы испытывать мою теорию на практике. Не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за ошибки. Никто не любит, когда это случается. Нет, тогда они так орут на меня. Очень злыми-злыми словами. Ну, крышки, химия, препараты. Может, подарю парочку моих собственных изобретений, если будет за что. Я уверена, что-нибудь интересное для тебя найдется. Немного изобретательности, и любую кучу мусора можно превратить в гору крышек. А мусора у нас предостаточно. Ну, поможешь мне? Ну, тогда ладно. Ну что ж, думаю, первая глава будет рассказывать о том, как выживать среди ежедневных опасностей. Где можно и где нельзя искать пищу, чем опасна радиация, как не подорваться на мине и даже как получить с нее прибыль. О, забавно звучит, да? Что ты хочешь сделать сначала? А, да, вот тут мне и нужна твоя помощь. Я многое знаю об этом из книг, но живого образца никогда не встречалось. Или их не хватало надолго. Так что мне нужно, чтобы тебя немножечко облучило, чтобы была возможность изучить последствия. О, конечно, не набирай смертельную дозу. Я должна успеть привести тебя в порядок. Ах ты мой персик! Или, по крайней мере, какой-то там фрукт, который теперь выращивает наша пораженная радиацией агротехника. Так, 200 рад должно хватить для проявления симптомов. Но если сможешь набрать 600 и больше, тест будет более точным. Только постарайся вернуться обратно, а уж тут я тебя в порядок сразу приведу. Что такое? Хвораешь немного? Или немного зашкалил счетчик Гейгера? Я много что понимаю, но это абсолютная необходимость для научного прогресса, и потому совершенно не смешно. Я хочу сказать, что мне нужны результаты исследования, а ты все равно попадешь под облучение рано или поздно, так что почему бы тебе не вернуться и не помочь мне в этом случае? О, еще чего не хватало. Для тех славных ребят из церкви это будет настоящим потрясением. К тому же эта бомба никому еще не вредила. Живи и давай жить другим, так? Понятия не имею. Если тебе это важно, поговори с Маньей. Она дольше всех живет в Мегатонне. Конечно, я просто как открытая книга. Что ты хочешь узнать? Ой, у меня нет и десятой доли твоего опыта выживания на пустошах. За половину таких выходок я осталась бы без головы. По крайней мере, ты, кажется, можешь за себя постоять. А я гожусь только на то, чтобы выдумывать планы и возиться с барахлом для караванов. О, а то я не знаю. Я вот подумала, я все помогаю караванам, вожусь со всяким мусором,
А ведь мой ум мог бы помочь всем остальным. Мой ум вместе с твоим опытом, заключенные в руководство, спасут в десятки раз больше жизней, чем эти жадные торговцы. Вот это правильный подход, мой верный ассистент. Ну, разумеется. У меня есть чертеж устройства под названием «Ракетка». Я к нему еще и все детали продаю, так что можно собрать собственное оружие. Насчет боеприпасов не волнуйся. Эта малышка стреляет любым мусором, который можно раздобыть на пустошах. Пепельницами, плюшевыми мишками, да чем угодно. Если понадобится сделать особое оружие, можешь без проблем пользоваться моим верстаком прямо здесь. Все, что тебе надо, это чертеж и детали. Конечно. Береги себя. Ха! Глядите-ка, свежая кровь! Скажи, парень, ты когда-нибудь об анклаве слышал? Они — это все, что осталось от старых добрых США. Конечно, тебя я вообще не знаю, но по виду ты истинный патриот. А любой патриот сочтет за честь поднять оружие ради анклава. Вот уже совсем скоро они прибудут сюда, и тогда весь этот кошмар закончится. Впрочем, что-то я разболтался. Меня зовут Натан. Что я могу для тебя сделать? Почему? Почему? Оглянись по сторонам! Это же старые добрые Соединенные Штаты! Ну, конечно, наша родина теперь выглядит чуток иначе, но ты по-прежнему на американской земле. Даже если ты родом из подземного убежища, оно под Соединенными Штатами, а значит, ты тоже американец. И наш с тобой долг — поддерживать нашу страну и президента, что бы там ни было. Тебе ясно? Вот они, слова настоящего патриота. В конце концов, разве бы мы выбрали тех, кто нас обманет, правда? Вот так-то. Надо доверять мнению людей, которым положено лучше знать, что мне нужно. Вот это по-американски. Они вещают по радио. Уже много лет. Президент Эдем рассказывает обо всем, что они делают. Они повсюду разослали летающих роботов, чтобы следить за всем и быть в курсе того, что делать, когда придет время для полной очистки. Вот увидишь, меня считают сумасшедшим стариком. Все изменится, когда сюда придет анклав. Это американское правительство, наш орел. Мы народ, более совершенный союз. Боже!
Оставь меня в покое. Ну давай, железяка поганая. Каждый чертов день одно и то же. Говорю же, Харри. Это не приемник. Частоту анклава отлично берет. Это новости галактики. Сигнал у них в последнее время просто никакой. Чертов приемник. Ну, давай, лови. Вечер добрый. Давай. Работать. Что тебе нужно? Да, такого я помню. Он говорил с Мориарти. Сложно забыть такого красавчика. Ага, я тебе помогу, а Мориарти вышвырнет меня за дверь. Прости, малыш, если ты хочешь узнать больше, иди к Мориарти. Поговори с Харрией, он ненавидит Мориарти больше, чем я. Может, он тебе что-то скажет, хотя сомневаюсь. Ты серьезно? А, должно быть, ты из того убежища. Ну да. Это единственная свободная радиостанция на пустошах. Заправляет на ней некий Тридогнайт, и он чуть ли не единственный, кому тут не все равно. Все время говорит о светлой стороне, о помощи беспомощным и о всем таком. Лучше, чем тот мусор, который гонит по другой станции. Ты спрашиваешь, почему Харри лупит по приемнику? Здесь на пустошах всего две радиостанции. Есть частота анклава. Не знаю, кто они. И думаю, что это еще довоенная пленка, которую просто по кругу гоняют. А есть станция «Новости галактики». Это некий Тридогнайт откуда-то из Вашингтона. Но какое-то время назад сигнал пропал. Ну, для тебя комната и приятная компания обойдутся тебе в 120 крышек. Деньги вперед. Отлично. С Харри, что ли? Если не обращать внимания на его внешность, то он просто душка. Но Колин его гоняет в хвост и в гриву. Он редко говорит об этом, но похоже, что где-то в Вашингтоне есть целый город гулей. Он пару раз упоминал свою мать, но в остальном из него слова не вытянешь. Он здесь уже, наверное, лет 15, с тех пор, как Мориарти выкупил его у работорговцев. С Харри? Ну, он хороший, и я знаю, что он не прочь, но просто... Не то, чтобы я была такой переборчивой, но... То есть я шлюха, так что мне не выбирать. Но это чересчур даже для меня. Например, мужики, которые по консистенции мягче меня. Он со всеми так себя ведет. Правда, Харри приходится похуже всех. Наверное, потому что он не такой, как мы. Да запросто, детка. А чего бы тебе хотелось? Ты просто снимаешь комнату. Неважно, будешь ты там спать или нет. Мне наплевать. Мне все равно заплатят. Береги себя, дорогуша. Ну же, работай. Да кончай, Харри. Приемник. Ничего ты не поймаешь. Что там такое? Черт возьми, новое лицо. Какое приятное зрелище. Меня звать Билли Крилл. Можно просто Билли. Ага. Да, Мегатонна больше похожа на могильник, чем на город. Но тут не так уж плохо. Взять хотя бы меня и Мегги, к примеру. У нас все хорошо. Я продаю все, что удается добыть, а она следит, чтобы я не сошел с истинного пути. Хе-хе-хе. О, прости, я, кажется, заболтался, да? Мэгги 9 лет, она самая прекрасная девочка на свете. Мы друг о друге заботимся. У меня никогда не было дочери, но Мэгги мне как родная. Я взял ее к себе, когда ее родителей убили рейдеры.
Два года тому назад. Дело было скверное. Маленькое поселение к северу отсюда. Я заехал туда поторговать всяким утилем и увидел кругом разруху. Я нашел Мэгги. Она пряталась под кроватью в той самой комнате, где зарезали ее родителей. С тех пор мы вместе. Я провел слишком много времени там, снаружи, но не собираюсь об этом разговаривать. Мегатонна — это лучший маленький городок, который только можно найти на столичной пустоши. Не верь тем, кто говорит иначе. Крепкие стены, крепкие люди и крепкая выпивка. У нас есть все, что нужно для жизни. Я веду дела с караванщиками. Я раньше ходил с ними, поэтому мне дают неплохие скидки. Так город получает все необходимое. А что еще важнее, я забочусь о Мэгги. Правда, она уже взрослеет, и ей не нужен постоянный присмотр. Люди поговаривают, что очиститель воды не в порядке. Но старина Уолтер ухаживает за этой штуковиной уже несколько десятков лет. Я не волнуюсь. С чего бы именно сейчас он сломался, так? Увидимся. Выпить хочешь? Эй, гладкая морда! Тебе что-нибудь нужно? Может, выпить? Хоть что-нибудь? Ну, хоть что-то! Погоди, ты меня не ударишь? Не станешь на меня орать? Даже не обзовешь? Ну и ну, вот так сюрприз. Я привык, что в этом городе любой гладкоморды об меня ноги вытирает. Только потому, что я похож на труп. Приятно видеть, что остались еще на свете и приличные люди. Послушай, Мориарти с меня шкуру сдерет, если узнает, что я продаю что-то со скидкой. Но ради тебя я готов рискнуть. О да, такого типа я помню. Если честно, обычно я не высовываюсь. Только клиенту в глаза глянешь, сразу по морде. Но поговори с Мориарти, он больше знает. Слушай, гладкокожик, я сказал все, что мог. Мориарти не любит, когда я болтаю с клиентами. Если он заподозрит, что я с тобой говорил, мне конец. Давай-ка я вернусь к работе, пока он ничего не заметил. Смотреть можно бесплатно, остальное за деньги. Колин Мориарти к вашим услугам. Добро пожаловать к Мориарти. Мой салон, мой дом, мой маленький рай в этой чертовой дыре. Любой каприз за твои крышки. Садись и устраивайся поудобнее. Все твои проблемы остались в прошлом. О боже, это ты! Как вырос наш маленький мальчик. Настырный маленький поганец, да? И тогда, и сдается мне теперь. Прошло много времени, малыш. О да, твой папаша проходил мимо. Был да сплыл. Получил то, зачем он приходил, и ушел. Ты, как я понимаю, сделаешь то же самое, верно? Тебе отец так сказал, что ты родом из этой дыры, и он тоже там родился? Благословенна ложь во спасение. Твой отец принес тебя в убежище почти сразу после твоего рождения, чтобы тебе ничто не угрожало. Я это очень хорошо помню. В конце концов, вы же были у меня в салоне. Так оно и было. Твой отец, его товарищ из братства стали, и ты. Еще совсем сосунок без титьки, к которой можно присосаться. Мне жаль, что так вышло с твоей матерью, правда, жаль. Но жизнь продолжается. Твой папочка солгал. Жизнь полна маленьких разочарований. А теперь ты уже не ребенок и хочешь знать, куда подевался твой отец.
Понятно. Знаешь, я слышал, как там у вас мозги промывают. От одного парня, который сбежал где-то лет 5 назад. Да здравствует смотритель, мы родились в убежище, мы умрем в убежище и прочий бред в том же роде. Деточка, да у тебя в мозгах программа не хуже, чем у нашего железного пом-шерифа. Давай умней, и чем скорее, тем лучше. Мы же не хотим, чтобы кто-то воспользовался твоей беззащитностью, да? Ты мне нравишься, поэтому я буду с тобой откровенен. Твой отец был здесь, а теперь его здесь нет. И да, я знаю, куда он ушел. Но то, о чем ты меня просишь, это информация. А информация — это товар. Ну, скажем, 100 крышек и адрес папочки твой. Не такая уж высокая цена. Ну, ладно, малыш, я готов тебе помочь ради старых добрых времен и все такое. Если у тебя нет крышек, чтобы заплатить за информацию, то ты можешь просто оказать мне небольшую услугу. Какие мы энтузиасты! Хорошо, мне это нравится. Приятно встретить в этой дыре кого-то, кто больше делает, чем говорит. Эта стерва Сильвер взяла у меня в долг кругленькую сумму. Говорила, что будет поставлять мне винт и психо по хорошей цене. Проблема в том, что она слиняла с добром и осела в Спрингвейле, чтобы там ширяться без забот. Выбей из нее должок, и он твой. В смысле, твой взнос за мою помощь. Я держу салон, деточка. Слухи — неотъемлемая часть моего бизнеса. Так что одним я поделюсь бесплатно. Есть здесь милашка Люси Вест. Не доводилось встречать? Она боится. Кого или чего, я не знаю. Но ее страх нельзя не почувствовать. Мое дело — снабжать роднеков выпивкой и жратвой. Они в ответ снабжают меня крышечками. По-моему, честный обмен. Не лезь в мои дела, не суй нос куда не следует и покупай выпивку только здесь. Это все, что тебе надо знать. Пустоши? Зачем они тебе сдались? Послушай меня, парень. В Мегатонне ты найдешь все, что тебе надо. Зачем идти куда-то еще? Новости галактики — это сборище трепачей, которые засели где-то в руинах Вашингтона. Главный там у них некий псих по имени Тридогнайт, который вечно зудит про какую-то светлую сторону. Полная чушь. Но, пожалуй, если хочешь знать, что происходит на пустошах, это к ним. Мне на все это наплевать. Поосторожнее, Вашингтоне. С этими супермутантами надо держать ухо востро. Информация... Это не просто так заперто. Но это влетит тебе. Вот это да! Именно тогда, когда я почти расстался с надеждой. Дорогой мой мальчик, я счастлив с тобой познакомиться. Меня зовут мистер Бёрк. А ты... Ну что ж, ты явно не из обитателей этого зловонного болота. Одно это делает тебя незаурядной личностью. Наконец-то. Человек с представлениями о вежливости и здравом смысле. Я представляю некоторых
заинтересованных лиц. Эти заинтересованные лица считают этот город, эту мегатонну, досадным пятном на цветущем городском пейзаже. У тебя здесь нет привязанностей, никакого интереса к делам этого болота или к его участи. Ты можешь помочь стереть это небольшое недоразумение с карты мира. Нет, я всего лишь рекрутер. Настоящее удовольствие достанется тебе. Не взорвавшаяся атомная бомба в городе, названном в ее честь, вовсе не протухла. Ей достаточно всего лишь небольшого толчка. У меня имеется импульсный заряд. Его достаточно подсоединить к бомбе, а затем ты активируешь его из безопасного укрытия. Легкие деньги, согласись. Симс — идиот. Он пыжится тем, что называет себя мэром и шерифом этой помойки. Я крайне не советую тебе это делать. Если ты попытаешься помешать моему нанимателю, это очень плохо для тебя закончится. Какое разочарование. Ну что ж, если передумаешь, мое предложение остается в силе. Всего наилучшего. Здравствуем, Шашки. Эй, привет. Я тебя не помню. Недавно в городе, да? Надеюсь, что под заняться чем-нибудь ты имеешь в виду работу. Иначе тебе к Нове. Мне нужен кто-нибудь, чтобы доставить письмо. Возьмешься? Эй, а ты неплохо соображаешь для жителя пустошей. Мне нужно доставить письмо моим родным. Они живут в небольшом поселении к северо-западу отсюда. Если отнесешь его... Уверена, отец тебе заплатит. Я расскажу тебе подробнее, если ты согласишься. Пожалуйста, мне очень нужна твоя помощь. Отлично. Пожалуйста, отнеси это письмо моим родным в поселок Арефу. Я не получала от них вестей несколько месяцев. Я беспокоюсь. Когда доберешься туда, спроси Дэвиса Веста. Он с радостью заплатит тебе. Конечно, с удовольствием. Ты ведь оказываешь мне большую услугу. Арефу находится к северо-западу от Мегатонны, на старом мосту через Потомак. Иди вдоль того, что осталось от реки, не пропустишь. Нет, не то чтобы... Может, просто письма не доходят. Я буду очень признательна, если ты поможешь. Ну, смотри, там живет Эван Кинг. Он что-то вроде местного шерифа. Потом мои родные, семья Юэрс и одинокая дама по имени Карен Скензи. Ну, кроме тварей с пустошей, работорговцев, рейдеров и случайных мин? Нет, в остальном там совершенно безопасно. И если бы это было легко, я бы пошла сама. Ладно. Слушай. Еще раз спасибо за помощь. Это много значит для меня. В чем дело? Добро пожаловать в...
Привет, я Мэгги. Я живу с Билли. Билли Крилл, ты его знаешь? Он мне не отец и вообще не родственник, но он обо мне заботится. Ладно, мне пора, пока. Я с ними не разговариваю. Билли говорит, что с людьми надо быть осторожнее, даже когда они кажутся хорошими. И особенно мне нельзя разговаривать с мистером Джерико. Обычно мы играем с Харденом, когда отец не учит его стрелять или еще чему-нибудь. Билли говорит, что меня он тоже когда-нибудь научит стрелять. Да вроде ничего. Раньше я жила далеко отсюда, когда была маленькой. И еще до того, как Билли меня нашел. Билли, вы знакомы с Билли? С Билли Крилом. Давным-давно он спас меня от рейдеров. Они убили моих настоящих родителей. Но Билли пришел раньше, чем они успели меня найти. И теперь он мне как папа. Ну, вроде того. Пока, мистер. Если хочешь что-то купить, Мойра в магазине на кратере тебе поможет. Но будь поосторожнее, она необычная. Очень надеюсь, что ты не собираешься это «Глядите-ка! Опять к нам тупица с пустошей! Так вот, отродье, я вас всех терпеть не могу! Держись от меня подальше, чтобы не было беды!» «Немного деньжат на выпивку, и я буду разговорчивей! Попробуй, увидишь, что будет!» Ха-ха-ха! Маловато будет, деточка! Спасибо за выпивку, впрочем. Я? Я ничем особым не занимаюсь. Ну, разве что приношу Мориарти денежки и раз в год пытаюсь просохнуть. Ну да, я лучший стрелок в городе. Поэтому, когда на горизонте появляются рейдеры, все зовут старину Джерика. А когда рейдеров нет, они просто забирают мои деньги и уносят меня домой, когда я лыка не вижу. Не твое собачье дело. Надо же! Такого я не ожидал. Похоже, ты необычная козявка из убежища, да? Может, я и ошибался. С тобой можно иметь дело. Так что ты хочешь узнать? Я сказал все, что хотел. Тут не о чем говорить. Раньше я жил на пустошах и был настоящим мерзавцем, но все это давно позади. Что? Вернуться куда? Я все это оставил позади. Осточертело грабить, убивать и все такое. Я теперь другой человек. Ну, твоя правда. Вообще, это была глупая затея. Ну и ну. Ладно, я не против. А куда идти-то? Так на кой черт были все эти слова, если ты не хочешь за них отвечать? Понятненько.
Лучше подумай дважды перед тем, как снова со мной связываться. Возвращайся, если тебе что-то понадобится. Эти слабые кости. Я предаю твоей воле это немощное тело. Я молю тебя сделать меня твоим сосудом. Вести меня в своем великолепии. Не успокою эту милую плоть. Здравствуй, дитя. Ты здесь, чтобы принять сияние атома? В хрупкую форму всего эфемерного тела новую жизнь в горнит. Узрите, он приходит стук. Кто это тут у нас? Да неужели? Новый член нашего скромного сообщества? Добро пожаловать, милое дитя. Добро пожаловать в Мегатонну. Я исповедник Кромвель, пророк атома и отец немеркнущего сияния. Прошу тебя, дитя, приходи в церковь в любое время, в любое. Новости? Друг мой, я стараюсь не вникать в мирские дела. Бренные вопросы отвлекают от атома. Хотя... Если подумать, Мойра наняла наемника для защиты своих товаров. Он вообще никогда не спит. По крайней мере, так говорят. Мегатонна — священное поселение атома. Он выбрал это место для своего храма, а мы были призваны. Чужаки спрашивают, почему вы построили город вокруг бомбы? А я отвечаю им, эта бомба несет обещание разделения и дар света. Эта бомба и есть мы. Эта бомба и есть атом. И поэтому мы стали атомом и ждем дня, когда каждый из нас перейдет в триллион новых жизней. В молодые годы я много путешествовал, но это была другая жизнь. Как я понимаю, тебе нужна информация и совет, да? Могу посоветовать только одно. На пустошах ты не найдешь большего богатства, чем сокрыто в твоем сердце. Окунись в свет атома, и ты все поймешь. Да? Что ты хочешь узнать? В основе веры детей атома лежит идея, что в каждом отдельном атоме содержится целая вселенная. Когда атомная масса делится, единая вселенная разделяется на две части. Это величайший акт атомного творения. Подчас в едином божественном действии рождаются триллионы триллионов новых вселенных. Последнее такое событие произошло здесь, 200 лет назад.
Там, где большинство потерянных детей Атома видят лишь войну и разрушение, мы видим созидание и единение в атомном сиянии. Тем, кого призвали к Атому во время великого деления, очень повезло. Им было позволено помогать процессу атомного созидания. Мы ищем того же в символах и наяву. И бомба, как вы ее называете, представляет вместилище атомного созидания. Мы преклоняем перед ней колени и просим, чтобы атом призвал нас на помощь. Мы молимся, чтобы из нашей жалкой плоти он создал новую жизнь. И даже зная правду, ты продолжаешь смеяться. Это очень, очень печально. Как пожелаешь. Все мы заблудились, хоть и каждый по-своему. Где тебе нужно оказаться, брат мой? Атом лечит только душевные раны. С телесными ранами лучше идти к доку Чёрчу. Его больница прямо на север от церкви. Мне больно думать, как легко мы прибегаем к насилию. Обратись к Мойре из магазина на кратере. Хотя знай, истинный пилигрим полагается на атом, который пошлет ему все необходимое. О чем? Да пребудет с тобой сияние. Да. Узрите, он приходит с тучами, и все будут ослеплены. Хорош. Привет тебе, милое дитя. Мы, кажется, не знакомы. Я мать Майя, пророчица атома и всепроникающего света. Помни, милое дитя, все мы дети атома, и сама ткань Вселенной в наших руках. Добро пожаловать в Мегатонну, и да пребудет с тобой мир. Сплетни. Это не по мне, но кое-что я знаю. Например, то, что Лукас хочет найти кого-нибудь, чтобы обезвредить нашу бомбу. Что за святотатство? Поверить не могу. Вот не верю и все. Он не может так с нами поступить. Все мы заблудились, хоть и каждый по-своему. Где-то тебе нужно оказаться, дитя мое. Зайди к доку Черчу около кратера. Захочешь, не проглядишь. Мне больно думать, как легко мы прибегаем к насилию. Прошу прощения, но я не одобряю потребление спиртного. Алкоголь мешает нам на пути к великому разделению. Обратись к Мойре из магазина на кратере. Она милая девушка. Что еще тебе нужно, дитя мое? Об этом тебе лучше спросить моего мужа, исповедника Кромвеля. Да пребудет с тобой сияние! Да, черт возьми. Ты тут впервые, верно? Меня зовут Лео Стал. Очень приятно. Очень приятно, да. Сплетни — это не по мне. Я не люблю копаться в чужом грязном белье. У всех свои секреты. Пусть так и остается. Ну, по-разному. Я просто не скучаю, но вообще-то это не твое дело. Проклятие! Кто тебе сказал? А, то есть,
Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Помочь? Мне помощь не нужна. Да, я торчок, ну и что с того? Я никому ничего плохого не делаю. Именно, что не касается. Мориарти считает, что он... Но главный здесь все же Лукас Симс. Это все знают. Да что тут говорить? Мы живы, так что нам не на что жаловаться, так? И дьявол побери, у меня есть собственный ресторан. Так что я еще очень неплохо устроился. Без проблем, парень. Позже поговорим, приятель. Пусть мужчины, женщины и дети земли соберутся.